В эфире рубрика «Галилео эксперимент». Друзья, небольшой эксперимент. Горение вольфрама с температурой около 3000 градусов. Очень простой эксперимент, только что вы посмотрели. А теперь давайте серьезно. Вы знаете, меня как мужчину мало интересует собственный вес. Меня как мужчину интересует вес отдельных частей своего тела. Например, я давно хотел взвесить свой кулак. Как это сделать? Вы знаете, есть один способ, очень простой. Берем кулак, берем наковальню, берем молоток, точнее топор, отрубаем кулак и взвешиваем. Но кулак мне еще пригодится. Как же взвесить свой кулак? О, есть вода. А вы знаете, что я знаю про воду, друзья? Я знаю про воду то, что мы с вами тоже, в принципе, состоим на 95% из воды. Сейчас на 96%. Так вот, если мы состоим из воды, значит, взвесить можно любую часть нашего тела, погруженную в воду. Объясню. Ставлю, значит, я этот замечательный бокал на весы с функцией обнуления тары. Обнуляем тару. Видим здесь... Круглится нолик. Видим нолик, замечательно. Теперь я погружаю свой кулак, левый, в воду. Опа! Что произошло? Я увеличил объем воды на объем своего кулака, а вес я увеличил на массу, вытесненной кулаком воды. И мы видим, что это порядка 450 грамм. Соответственно, если учесть, что мой кулак по плотности близок к плотности воды, вес моего кулака 450 грамм. Чтобы доказать вам, что это была действительно правда, взвесим апельсин, который легко отделяется от моего тела, и потом мы сможем взвесить его, что называется, непосредственно. Итак, опускаем апельсин в воду. Кстати, важно, апельсин тоже состоит практически из воды. Видим, что там 285 грамм. А теперь взвешиваем апельсин непосредственно, предварительно обнулив тару. Взвешиваем апельсин. Практически те же 280 грамм. Ну, плюс-минус 20 грамм. Это погрешность эксперимента. Друзья, мы только что с вами на ваших глазах взвесили мой кулак. Если вы хотите взвесить что-нибудь у себя дома, обязательно опускайте это в воду и при этом пользуйтесь весами с обнулением тары. Что еще нужно? Нужно еще что? А, нужно еще попрощаться. До свидос.